дождались мы с вами солнечных денечков. Лето наступает, а вы к теплу готовы? Я да. Я вижу майк. У нас как? Зимой не бывает много шапок, летом не бывает много майк. И самое главное, чтобы они все были красивые и разные, то есть вообще не похожи друг на друга. Как такое может быть? Майка — это самая простая конструкция. Квадратная пройма и горловина, прямой силуэт, разрез, вертикальные полоски, узор верхней части. Но зато как классно смотрится, особенно когда она связана с тоненькой-тоненькой нежной вискоски. И сейчас я вяжу следующую майку. Применяю ровно те же самые элементы. Квадратная пройма, прямой фасон, разрез, основная изюминка в верхней части. Обе связаны на одной фантуре, но между ними ничего общего. Увидев эту майку, вы удивитесь, насколько они не похожи. Как такое может быть? Да легко, потому что мы ищем интересные, необычные, нестандартные приемы и решения. Если вы тоже не любите стандартизацию, вы хотите разнообразие вязания, ссылку на описание и приобретение этих двух мастер-классов смотрите под этим видео.